Быть темнокожим геем в консервативном религиозном обществе – это как медленный смертный приговор. В детстве надо мной издевались за то, что я был слишком женоподобным. Я всегда чувствовал себя беспомощным и лишенным голоса. Потом ситуация ухудшилась. Мне пришлось совершить камин-аут перед своей семьей, и они выгнали меня из дома. В то время правительство преследовало представителей сообщества ЛГБТИК+. Мне грозила смертельная опасность. Я мог бы рискнуть своей жизнью в опасном путешествии, но мне посчастливилось получить визу для выезда из моей страны. Так я оказался в безопасности. Я впервые обрел свободу, и мне захотелось помогать другим. Я изучал право и специализировался на проблемах социально уязвимых членов сообщества ЛГБТИК+. И хотя чувство дискомфорта остается, я знаю, что мне повезло в жизни. Я знаю, что, помогая другим, я залечу свои старые раны.